Хуба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Южный парк. Тебе не верится? Тебе не верится? Дядька, что наконец-то я продолжаю? А вот это вот случилось, мой друг. В общем, ребят, обязательно... Я уже допройду игру, надо взять ее, просто взять вот так вот и допройти. И Ведьмак, и эта полиция тоже, ребята, немного подзабросил некоторые игры, вот, но не переживай, с каждым лайком, братишки, процент прям процветает, разрастается, поэтому поставь, не забудь поставить лайкосик, на этом все, бай-бай, дорогие. Господи, что я вообще несу, ребята? Нет, в общем, берите вкусняшки, мы с тобой начинаем. В общем, остановились мы с тобой на том, что мы в лаборатории вот этого дядьки, и он создает уникальных животных и людей с четырьмя жопами. Я не понимаю, я просто не представляю, ребята, на кой фиг, ну нафига ты? Москита, ёпарасете, блин, не туда пошел, прикинь? Я не туда пошел, какого фига? А что у нас здесь? Пап, если ты читаешь, я тебя люблю, я передам... Маме привет. Так, тут что-то нужно, ребятки. Ну, блин. Сдуватель нужен нам. Давай. Активируется. Есть соответствие. Вперед. Сейчас он шланг в задницу нам. Инструмент всегда готов. Вперед. Давай, намощу прям. Отлично. Отлично, замечательно просто. Если честно, я в школе, я помню, как завидовал пацанам, которые умели пердеть. Послушай дальше. Пердеть имеется в виду подмышкой, конечно. Если ты умеешь пердеть, с тебя лайк. Просто пердеть каждый умеет и каждый может это. Да нет, дядь, ты особенный. Господи, что я сегодня несу? Короче, что это у нас такое тут? Нет, это не соответствие. Здесь нам нужно... Смотри, здесь нужно попаркурить. Вот в чем прикол. Есть соответствие. Давай-ка попаркурим. Перткур. Сейчас все будет у нас отлично. Вот, всегда завидовал. Еще завидовал пацанам, которые... которые умеют рыгать. Вот что я тебе скажу. Ну, сейчас понимаю. Ёпарасете. О боже, ну давай же. Ты мертв? В смысле ты мертв, блин? Какой? А здесь надо смотреть, в чем прикол. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим. Здесь надо вот что... Погоди. А, понятно, хомяк. Понял. Это вот теперь совсем другое дело. Вот теперь можно и перткуром заниматься теперь. Хоть сколько. А то, блин, куда мы там? Да я думал... Типа надо на второй этаж. На деле, оказывается, нет. Давай, погнали. Опа. Ах, красавчики просто, а. Ну, одно удовольствие, ребята, да? Одно удовольствие смотреть за этим процессом. О, ты здесь. Так, плачущие мальчики немного милые, правда? Венди, это ненормально. Жаль, мне не жаль. А какой Венди, ты говоришь, инструмент? Но мы тут вроде как обычными именами пользуемся. Так. Окей. Чувачок, погнали. Ух ты ж, блин, ну это все тут опасненько. Увидимся, все. То есть, видишь, как интересно. Так, что у нас здесь? Образец спермоякавасавра. Черт. И шо дальше у нас тут? Выход-то я вижу, но чтобы этот выход применить... Ох, каждый нужен нам тут. Давай, есть соответствие. Было бы здорово, если бы можно было бы меняться персонажами и все, блин. Бедный чувак. Офигеть. До встречи. Красавчик, молодец, ничего не скажешь. О, кажется, все животные мутанты вырвались на волю. Ну что ж. Ну что ж, молодцы вы. Вы молодцы, ребята, действительно, что попали именно... Крысы? Что за... Чувак, люди-крысы. Похоже, ты нарвался на шестиклашек мутантов, да еще и голодных. Смотри, чтоб не съели. Блин, отлично просто, а. Техника. Так, надо что-то придумать, ребята. Я вижу вентиль какой-то, я вижу вот эту вот штуку, но...
Это как-то надо... Вот как-то их можно 100% как-то вот... Пиццу? Нифига себе, они там пиццы и... Пиццу. Я хочу тоже пиццу. Хочу пиццы. Придется мне с ними сражаться, видимо. Так, так, пацаны, успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Ты гад, блин, а? Ну ладно, преимущество в бою. Одолей жопастых мутантов. Давайте, ребята. Будьте осторожны, здесь решетки, я сделаю их подвижными. Зачем? Для чего ты это... Блин, ну ты дурак, огрёбанный, зачем ты это сделал? Как же я вас ненавижу, чертовы кошки? А теперь любишь. Капец просто. Так. Но! Так, теперь нам надо отойти немножечко. Тут как-то можно... Ой-ой-ой-ой, видишь, в чем проблема? Сейчас мы с тобой... Контейнер. Ну-ка, установи-ка эту пушечку. Пушка сейчас будет стрелять. Все, она выстрелила, но, к сожалению, сейчас они свалят. О, блин, а я ж стою на плите прям. Черт. Нехило, нехило он шпарит. Смотри, смотри, что они делают. Так. Все, так, мы стоим здесь. Жесть. Делать звукоизоляцию стен, чтобы никто не мог слышать криков. Было совсем недешево, скажу я. Блин, жесть какая-то. Так, кого мы с тобой заморозим? Кто вообще за нас? А, никого за нас нету. Типа. Угу. Так, одного замораживаем. Зараза. Так. Есть. Нам нужен контейнер. Нам нужен контейнер, пацаны. Есть. И мы смотри, куда его толкнули. Сейчас. Ах вы гады. Хорошо, что они не толкаются. Так, ждем, 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 пацаны. Есть. Так. Сколько у него? У него, по-моему, мало хп. Так, ребята, нам нужно... Останови бой, пока они стоят. Стоп, а почему он не может... В смысле, а почему? This is my time. Стой. Ready to initiate temperament upgrade. Нет, просто стоим, сейчас смотри, мы чисто стоим, и его... А, его не прихлопнут, его не прихлопнут, так, но... Engage, temper tornado. Perhaps you knocked some better judgment into those villains. Мне вот одно интересно, сейчас... Так, давай вот так вот делаем. 8 секунд. У меня есть 8 секунд. Это хорошо, это хорошо, хорошо. На, просто вынесли. Конечно же, здесь еще вот какие гады. Блин. Я так и думал, ребята, так и думал, что что-то тут, блин, не так. Так, ребят, записывается, там самое важное проверить, а то, блин, я знаю такую фигню иногда. Да, все отлично, все прекрасно, блин, чудесно. Так, но... Капец, тут просто какие монстры. Давай, брат! It's time. Блин, есть маленькая проблема. No mercy. Hey, no fear. Упадок сил. Блин, это очень удобно, ребят, что он такое делает. Так. Temper
supposed to hurt, Fourthy? Стикобразы. Смотри, они, да, они не смогут ходить, потому что... И нам надо сразу пропускать ход, чтобы успел этот... Есть. Так, ждем. Ждем. Неплохо. Есть! Отлично, отлично, чувачки. А, это еще не все, точно. Вот это последний. Надо. Так. Как-то тут можно поменяться, да, местами? Да, отлично. Нифига себе, слушай, у них атака нехилая такая. У дикобразов. Это крутая атака. Так. Минус один. Давай, дядь. Выноси их, блин. Блин, еще, господи, да их... Их же просто куча. Жесть просто. И все, умер наш. Или не умер. Ух, он не умер, отлично. Так, давай вот так вот сделаем. Под защитой. Давай так сделаем. Надо обязательно их, чтобы... Ну, заморозить, чтобы нормально все было, ребят. Все, сейчас пойдет. Давай. Ох, суперсила из глаз. Смотри, чисто молнии какие-то, блин. Я бы хотел так, блин, делать. Так, неплохо. Все, они сейчас заморожены. Главное нам отойти подальше. Минус кошки. Эта кошка, конечно же... Нифига себе. Так, мы с тобой вот так вот делаем. Котики очень-очень сильные. Очень сильные. Так, шок есть. Много-много. Так, хорошо, теперь Мистерио. Так, как бы нам тут... В принципе, ничего страшного, они же немного отбавляют хпшечек. Надеюсь. Так. Это фигня, это полная фигня. И это. Так, есть. Фух, повезло нам. Давай, братан, let's go. 118, ну чуть-чуть, совсем чуть-чуть оставалось. Ну все, я думаю, это последний. Я думаю, ребята, это последний, потому что ну сколько можно, прям волны. И волны, и волны, и волны идут. Чем больше занят, тем легче их натирать. Действительно, очень много жоп. Так, есть, все, забираем, ребята. И можно уходить дальше. Блин, побыстрее бы пройти вот эту вот лабораторию. Побыстрее бы, ребята. Скотч, ультразвуковая ловушка. О, батя!
Шунишка, это ты, вижу, это ты, очаровашка, это я, папочка! Господи, батя, шо у тебя тут такое? Шестиклассники, они появились ниоткуда, у меня ноги сломаны! Зовутся, мама не может ходить, пойди в город и приведи помощь! Сонок, послушай, они хотели отрезать голову папе. Жесть какая-то. Чтобы получить его ДНК, прости, радость моя, но тебе... Нужно закончить начатое. Единственный способ выбраться отсюда — это убить папу. Я все слышал, что это мое какое, мать! Могу я поговорить с нашим ребенком без твоих нотаций? О, так ты опять у нас жертва, да? Ты цепляешься к каждому моему слову. Ладно, мистер Безупречный, давай, зовутся, отрежь папе голову быстрее. Офигеть, чего, блин? Чё за фигня? А чё, другого нету способа-то? Ёпарас, это серьёзно? Вы серьёзно, что ли? Так, и чё мне делать? Батька, ты шо? Что она сказала? Она сказала тебе, что я не вина, ну как обычно. Я знал, что именно так и будет, поэтому я сказал своей мамочке держать свой сраный рот на замке. Пошел ты! Я говорю тебе, если они узнают о способности нашего ребенка, то пытаются получить нашу ДНК, чтобы создать генетического клона. Послушай, крошка, центральный процессор готов к обработке. Одно из наших ДНК. Просто придумай что-нибудь, чтобы убить маму. Жесть какая-то, блин! Ты слышишь? Пойди возьми мамину руку, это должно сработать. Так, смотри, в чем прикол. То есть мамину руку, в принципе, можно взять. То есть она останется жива. А если голову у бати отрезать? Нет, это жесть. Офигеть, как это все жестоко. Это жесть какая-то, пацаны. Это просто жесть. Добудьте образец ДНК одного из твоих родителей. Ну, короче, мы у мамки забрали руку. Батя там... Ну, погнали. Я просто в шоке, ребята. Я просто в шоке. Так, купить. Ну, конечно, прям сейчас нам бы купить, пожрать бы после такого, то, что мы сейчас увидели, блин. Кто-нибудь вытащит меня отсюда? Что это такое? Ой, я что-то... Ой, я что-то... По-моему, я что-то... Hell, у меня появилась еще одна жопа, блин, чувак! Не платить, заплатить. Офигеть, ему можно задницу чисто, блин... Пришивать, блин. Ой, блин. Не нужно мне много жоп. Офигеть, просто сколько можно жоп пришить к ним. Ну, еще одну можно, в принципе, прилепить. Как я буду танцевать, если у меня куча жоп? Блин, я все деньги так и спущу на это, серьезно. А, все? Блин, капец какой-то. Вот так, видите, это было совсем не сложно, правда? Почему ты так долго, новичок? Ты там что, дурака валяешь? Ладно, борцы за свободу, нам надо добраться до города и рассказать всем, что задумал Картман. Я так не думаю, парни. Вы прошли этот долгий путь для того, чтобы умереть. Я начали его, друзья. Борцы за свободу. Не ноти, друзья, не ноти, друзья, не ноти. Аккуратнее, парни, у него есть супероружие. Все кончит, это устажопой. Мы все про тебя расскажем. Ты это все слышал, Коннер, странный ты извращенец. Отлично, от меня нужны. Мы нужны друг другу. Ты что, не понимаешь, я по нервному преступлению, ты совершаешь его, я отлично подхожу для вашей франшизы. Твою мать, понимаю теперь. Но потом новичок положил конец моим планам, оставалось ничего другого, как создать... Что ты сделал, Эрик? Просто, как остановить друга енота, надо взять ДНК героя и создать на основе гигантского генетического модифицированного друга енота. Что, чувак, мой твой полный примитив? Ну, что ты имеешь в виду? Ну, ты правда хочешь побить супергероев, не отравив на него огромного мутанта, взяв ДНК, как паршивый в крутом фильме? Это не круто. Нет, это круто... So I had to resort to cloning a different superhero. Which superhero? Какого супергероя? Господи, енот? Или... Капец! Просто кайф!
Охренеть! Боже ты мой! Посмотри на меня, братишка Кайл, я ужасный генетический мутант! Ничего страшного, кузен, мы тебе поможем. Не получится, я думаю, что клеточная электроцизация затронула мой мозг, я должен нападать на вас всех. Иначе у меня будет мигрень, готовьтесь к драке. Офигеть, ты чё, охренел, что ли? Правда, супермутант. Бой, внимание, огромный босс. Просто успокойся, братишка. Просекай, но меня переполняет ярость мутанта, и сейчас я должен вас просто уничтожить. Подождите, подождите, остановитесь. Какие проблемы, доктор? Ну, ладно, я просто хочу посмотреть, как генетически измененный супергерой делает кетчуп из своих врагов, притворить, что меня здесь нет. Ты охренел, что ли, просто? А погоди. Можно мне, пожалуйста, паузу? Блин, ну ты засранец грёбаный, на тебе, ля. Вот так вот, ему чуть-чуть нападаем. Чё-то немного мы нападали-то ему, блин. Так, это не сработает, это тоже не сработает. Офигеть, это всё не сработает, пацаны. Это очень плохо, на боссов ничего не действует. У меня вот все вот именно эти заклинания, они... Иммунитет. И чё, я теперь не могу? Блин, ты серьёзно? Он что, просто не дотягивается? Да ладно, блин. Смотри, видишь, в чём проблема? Он не дотягивается. Так, Мистерион, может, у тебя что-то найдётся? О, замедление, отлично. Ладно, ладно, покурать, никого заметить, очки продают только по рецепту. Стоп, я могу... Так. Давай. Хоть пушечка немного нам поможет. Он немного замедлился. Это хорошо. 153 урона, нифига. Эй, смотрите, не тягните палец. У меня там балдырь вскочил. Пошло за уражение. Жесть. Офигеть просто. Это ненормально. Тебе хочу сказать... Опа. Мы можем призвать... Так, давай выпьем. Выпьем. Ой-ой-ой, мне это очень не нравится, ребят. Инсулиновая ярость! Об этом я не просил. Блин, мы наносим очень мало урона. Стоп, а если мы с тобой поменяем... Так, мы можем поменяться, по идее... Нет, мы с ним не можем, ребята. Блин, жесть какая-то. Он сейчас просто... Ох, хоть что-то ему. Так. Полегче! Способность готова. Жесть. Так, Кенни уничтожен, но ничего. Он может ожить, это я знаю. 253 всего, блин. Срань, ты гребаный, а. И он вообще на эти удары толком не реагирует. И как это, как с ним вообще бороться теперь тогда? Я не представляю, если честно. Ну давай попробуем эту пушку. Так, она, по-моему, как раз будет замедлять или что-то там. Надо подумать еще, кого взять, понимаешь? Когда мы будем с тобой сражаться, не ты пипец! Давай, брат! Ох, на него не действует иммунитет. То есть хотя бы вот так вот бы действовало. Не, ну в принципе нормально отнимает. 8000. Так, пушка сейчас нанесет ему еще урон. И мы всего 2000 нанесли ему. Вы прикалываетесь, что ли? Да как так? Время стекло. Это очень нечестно. Так уже лучше. Мы можем только вот это сделать. Ребята, Кенни... Вот призрак Кенни, он вообще ни на что толком. Кто-нибудь еще скучает по Мистериону?
Ну, он типа его немножечко. Лазерная атака! Еще и тошнота от этого. Тайм-аут, мне грязь на очки попала. Нам с ним не справиться. Надо подождать, когда станет светло. Его кожа очень боится солнца. Но как мы продержимся так долго? Не знаю, но надо попробовать. Ладно, продолжим, я уже протер очки. Вот оно что, но... Новичок. Блин, новичок-то сдох. А погоди, мы его можем оживить. Стой, 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 дядька. Оживляет павшего товарища, восстанавливает ему значительно... Давай, 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 давай. Давай, братишка, вставай, блин. 500, офигеть. Блин, ему осталось недолго. Во. Давай попробуем. Если бы у меня был защитный крем, такого крема... На продаже такого крема не было. Блин, он все равно намазывается. Так. Давай, 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 пока... Офигеть, там мы можем сейчас нанести. Вот так вот ему. Да стой ты, блин, как же он долго, блин, это делает, засранец. Мы бы его уже давно... Господи, прям в контейнер, жесть. 306 урона, офигеть. А сколько, интересно, так продержится? Он теперь... Что? Он каждый ход теперь будет? Выдай бой супергеройский. Мощнейшая способность готова. Жесть, что он применяет. Просто он ходит и ходит и ходит и ходит. Офигеть, как же его просто уничтожать, ребята. Я не представляю. Я не представляю, не, я реально не представляю. Ну вот сейчас мы ему там, допустим, нанесем, да, там, 150 урона, да даже не 300. Ну какой смысл-то? Все, мы уже подохли. Все, он, видишь, за Кенни можно было бы кого-нибудь оживить, но... Все, ребят, тут полюбас уже конец. Тут ничего не сделать. Капец. Короче, в следующей серии мы должны его полюбасу одолеть. Это просто жесть. Я не знаю, это... Это мегабосс. Мегабосс, ребята. Ну что ж, друзья, на этом пока что все. Если вам понравилось... Все уже, блин, титры пошли. Не забудьте поставить лайк. Я... Думаю, что на следующей неделе 100% серия будет. Все, должен записать, иначе это до бесконечности реально будет. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.